В парке Зруси установлены просто замечательные, интересные качели. Установил их РВК-центр за свои деньги. Это те, которые снабжают водой большую часть Архангельска, ну и также отводят канализационные стоки и очищают их. Вот. Вопрос в чем? Первая ошибка, которую они допустили при установке этих качелей. Здесь, вот в данном случае, окончание тротуара. Ну, не, да, тротуара. Здесь асфальт, а вот тут вот уже газон. То есть уже первоначально сделано неправильно то, что чтобы раскачаться, нужно использовать газон. Дальше что сделали? Люди, естественно, решили покачаться, но получилось что-то не так. Во-первых, что здесь неправильно? Здесь установлены специальные карабины, которые легко можно открутить и снять эту качель при большом желании. Термоусадка, все хорошо, все нормально. Опять же, вопрос в другом. Они установили вот такую вот заглушку, чтобы люди не качались. То есть качели установлены, чтобы не качались. И смотрите, как интересно это выглядит. То есть вот так вот просто качаешься, и такой стопор туда-обратно, туда-обратно. То есть, и причем самое интересное, что выпустила администрация города постановление, ну не постановление, а такое предупреждение, что эти качели нужно использовать определенным образом. То есть садятся максимум 2 человека, на них чуть-чуть покачиваются, чуть-чуть там шатаются, и все, и больше ничего. То есть эти качели сделаны для того, чтобы на них не качаться. Это просто получается скамейка. И причем интересен еще один момент, то что благодаря вот этой установке этих качель убрали две скамейки, две нормальных обычные скамейки, два дивана. Куда они делись? Ну, опять же, все, что не делается, все не к лучшему, а все как-то странно и к худшему. Зачем они такое делают? Это, ну, просто издевательство над человечеством и над человеком, который приходит здесь отдохнуть, погулять в этот, наверное, замечательный парк. Ну, не знаю. По мне лично, здесь тут делать абсолютно нечего. Хорошие качели.